Особое внимание в этом году уделили насущному – технологиям умного города, внедрению цифровой экономики в сельское хозяйство и другим областям. В первый день было подписано соглашение между компанией 1С, Краевым министерством цифрового развития и Алтайским госуниверситетом о подготовке кадров для цифровой экономики. У нас будут созданы центры компетенции, которые будут поддерживать подготовку IT-специалистов, программистов, сисадминов и специалистов в области 1С, которые позволят нам решать стоящие перед нами задачи. Форум продлится до 12 октября на 9 площадках, на одной из которых также пройдут киберучения. Участников научат отражать информационные атаки. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком».